Всерьез заняться санитарной очисткой краевого центра было решено на совещании, прошедшем накануне. А уже сегодня в самом большом районе города был дан старт началу масштабной акции. Сегодня в промышленном районе проходит большая уборка. Чиновники, студенты, работники спецслужб и городских предприятий вышли на улицы Ставрополя, чтобы привести его в порядок после долгой зимы. Мобилизованы все организации. Уборка будет проходить ежедневно и посменно. Сегодня в уборке территории и сборе мусора приняли участие более 1500 человек. У одного из главных участников субботника день рождения. Свой юбилей Александр Жураховский встречает, засучив рукава, с лопатой в руках и завидной бодростью. Сегодня мы работаем по покупке газонов в составе администрации промышленного района, привлеченных всех сил, находясь на территории района. Работа ведется сразу по нескольким направлениям. По поручению главы администрации Ставрополя особое внимание уделяется прибордюрным территориям и газонам. Бордюры очищают от песка, забивают ямы инертными материалами. А на дороге выехала специальная техника по уборке дорожного полотна. Спасатели тоже решили облагородить закрепленные за службой участки. Руководитель подразделения лично вооружился тяпкой и принялся наводить порядок на одной из клумб. Весь личный состав всегда трепетно относится к нашей территории. Мы хотим, чтобы она была очень красивой и ухоженной, чтобы гости, да и жители города Ставрополя проезжали, они радовались тому, что в городе все-таки наведен порядок. Субботники продлятся до 20 апреля. Именно к этому времени Ставрополь должен быть выведен из зимы и полностью приведен в порядок. Помимо благоустройства города произойдет масштабное озеленение. Будет высажено не менее 10 тысяч саженцев и кустарников. Анастасия Романова, Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».